Волосы на голове, по идее, если они сейчас остались, да? Да. И они никуда не пропадают. Для того, чтобы тебе не пекло в башку солнцем. Ну и, наверное, чтобы не замерзала голова. Нет, Гаечка, волосы тебе нужны для того, чтобы их кондиционерчиком, масочкой, блядь, фенчиком их обрабатывать, чтобы хорошо себя потом к хорошенькому мужчине продать. Вот. Я имею в виду продать не за деньги. Чтобы на тебя красивый мужчина обратил внимание. Да. Так, мне кажется, волосы не особо здесь важны. Здесь важно просто... Сейчас, блядь, чего нахуй? Говорю, вот, так если ты тупая блядь. Тёлка, то волосы тебя не спасут. Всегда спасёт пиздатый рот, блядь. О чём ты нахуй?